Привет, привет. Распаковочку сделаем. 1200, что ли, что-то там с копеечками, короче. Вот такую для запекания купила. Почему? Потому что надо купить нормальную, но магазин еще все закрыты. Пойдет. Сейчас приготовим мясо по-французски. Огурчики. Все, овощи пошли пластиковые, невкусные. Помидорки. Вот еще остатки выгребла. Вот так вот. Очень жаль. Любимый йогурт белковый. Обожаю его. Масло сливочное, которое капец стало дорогущим. Шпроты. Делаю бутерброды со шпротами. Батончик. Одна шоколадочка. И мясо. Мясо по-французски будет. Класс. Вот так.